Семейная ссора стала причиной пожара. Сотрудники полиции задержали 35-летнего кировчанина. Его подозревают в совершении умышленного поджога частного дома в деревне Болезинщина. В результате пожара без крыши над головой осталась семья из трех человек, среди которых невеста подозреваемого. Как рассказали полицейским родители девушки, накануне влюбленные поругались. После бурной ссоры подозреваемый в совершении пожара вернулся домой в нетрезвом состоянии. По версии пострадавших, именно он поджег сеновал, который находится в пристрое к дому. В ходе следствия мужчина свою вину признал. Ущерб пострадавших от пожара составил более 1 000 000 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Проводится расследование. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.